Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джала. Глядіть у гэтым выпуску. Збожжа нового ураджаю. Першую машину жыта сёння сустракалі на гомельскім камбінаце хлебапрадуктаў. Каштоўная парода драўніны. Гомельскі вопытны лясгас заняўся вырошчваннем саджанцаў бука. Дастойная змена. Юныя выратавальнікі пажарныя з 13 краін сталі ўдзельнікамі міжнароднага злёту. Прастольнае свята. Урачыстае набажэнства адбылося сёння ў свята Петрапаўлаўскім саборы. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Жніво 2018 набірае абароты. Гомельская вобласць першай прыступіла да выбарачнай уборкі зерневых. Збожжа новага ўраджаю прыводзяць на элеватары. Першую машыну сёння сустракалі на гомельскім камбінаце хлебапрадуктаў. Жыта даставілі з прадпрыемства «Сцяг радзімы» Гомельскага района. Тут уборачную кампанію заўсёды пачынаюць аднымі з першых у рэгіёне. Спачатку збожжа праходзіць абавязковы лабараторны кантроль, а пасля кіраўніцтва гаспадаркі віншуюць з урачыстай падзеі. Дзяржзаказ на камбінаце хлебапрадуктаў сёлета складае 40 тысяч тонн зерня. Самы вялікі аб'ём у пшаніцы – 25 тысяч тонн. Для жыта заказ складае 12 тысяч тонн і 3 тысячы для грэшкі. Першыя дзве культуры вязуць пераважна з Гомельскага, Добрушскага, Будакашалёўскага, Чачэрскага, Жлобінскага, Кармянскага і Рагачоўскага раёнаў. А вось грэчку практычна з усёй вобласці. У гадавальніку гомельскага вопытнага лясгаса распачалі вырошчваць саджанцы бука еўрапейскага. Гэта першая спроба для ўсёй Беларусі. Пакуль расліны ў цяпліцы, ў наступным годзе іх высадзяць у адкрыты грунт. Гэтымі і іншымі планамі калектыву пацікавіліся нашы карэспандэнты. Здесь мы выращиваем сасну по фінскай технологии. Прыжываемасць 99,9%. Эфектыўныя тэхналогіі, новыя пароды дрэў, унікальныя для ўсёй краіны. Знаёміцца з вопытам гомельскага лясгаса едуць калегі з-за мяжы. Да прыкладу, тут у гадавальніку разводзяць бук еўрапейскі. Гэта першая спроба для ўсёй краіны. Пакуль расліны ў цяпліцы, у наступным годзе яны зоймуць месца ў адкрытым грунце. Вопытны лясгас працуе ў цеснай сувязі з інстытутам лесу. У яго гадавальніку навукоўцы высаджваюць кланаваныя дрэвы. Затым імі папаўняюць лясныя насаджэнні лясгаса, штогод укараняюць у практыку да 10 распрацовак. З 1 мая гэтага года лясгас афіцыйна атрымаў статус вопытны, і эксперыменты працягваюцца. У нас ідёт строительство новай теплицы. Значит, таких теплиц в республике, наверное, 1-2. Значит, с итальянским рампочным поливом. Посмотрим, как она себя зарекомендует, и мы готовы еще построить такие же самые теплицы. Кроме этого, у нас получено разрешение райисполкома на строительство еще 3 теплиц в этом году. Гэта поле дарошчвання. Сюды пасадачны матэрыял пераносіць цяпліцы для тэмпературнай адаптацыі. У планах толькі сасны вырасціць 3 мільёны сеянцаў. З такімі лічбамі тут забяспечваюць пасадачным матэрыялам і сябе, і яшчэ некалькі лясгасаў. Ад маленькага саджанца да дарослага дрэва адлегласць у 80 гадоў. І ўжо зараз база добрая. Леса на рыхтоўчай тэхніцы ёсць дзе разгуляцца. Мы ежегодно обновляем автопарковую технику. Значит, только за последние 2 года мы наполовину обновили автопарковую технику. Значит, соответственно, это снижение затрат, экономия, бережливости. Летась па аб'ёмах нарыхтоўкі лесу ў рэгіёне гомельскі вопытны лясгас быў у лідарах. За дасягненні яго некалькі разоў заносілі на абласную дошку гонару. Старанні калектыва ацанілі і на вышэйшым у Беларусі ўзроўні занясеннем ўжо на рэспубліканскую дошку гонару. Для нас это первое. Мы попали по 2 номинациям, по социально-экономическому развитию и по экономии и бережливости. Конечно, гордость за коллектив. Я считаю, что коллектив своим трудом заслужил. Это сегодня нам дает такой, знаете, импульс дополнительных сил, чтобы еще дальше лучше трудиться. Алеся Рудзянкова, Ганна Кавалёва, телерадіокампанія «Гомель» при падтрымцы АТН. У Гомельскім раёне сёння стартаваў 16-ты міжнародны злёт юных выратавальнікаў пажарных. Ён праходзіць на базе спецыялізаванага ліцэя пры Універсітэце грамадзянскай абароны МНС Рэспублікі Беларусь. Цырымонію адкрыцця наведала Ганна Каральчук. Прадстаўнікі 13 краін, а гэта больш як 140 удзельнікаў, прыехалі ў Гомельскі раён, каб правесці тут 8 насычаных і цікавых дзён. У саставе кожнай каманды 10 чалавек. Гэта актыўныя хлопцы і дзяўчаты ва ўзросце ад 11 до 17 гадоў, а таксама дарослыя лідары руху юных выратавальнікаў. Некаторыя удзельнікі прыязджаюць на злёт штогод, каб сустрэцца са сваімі старымі сябрамі і пазнаёміцца з новымі. Мы пазнакомілі з Казахстана, Беларусь, Грузии, почти все. Экскурсии были очень хорошие.
были на много мест. Было очень хорошее, мне очень нравится, и я рад, что еще раз я могу здесь. Познакомились со всеми странами, которые участвовали в прошлом году. Было весело. Соревновались мы, потом дружили, играли вместе. На кожний день зльоту підрихтований особний план, у яким різні випробування і конкурси по основах безпеки життєдіяльності і оказання першої допомоги, пожарна естафета і туристична полоса. Але міжнародний зльот не просто спаборництво дитячих дружин. Це ще цікавий едукаційний форум. Під час відкриття на території ліцею розгорнулося шмат пляцовок, присвячених году малої родзими, на яких гостей знайомили з білоруською історією і культурою. Більше 20 років ми працюємо з ребятами нашими білоруськими. І, звісно, по предложению наших же детей мы эту ситуацию несколько расширили. Видите, предложили и вот 16 раз проводим международный слет. Конечно же, это и обмен мнением. Прежде всего, это хороший отдых для ребят. Это новое общение, новые друзья. И, конечно, сегодня очень важны вот эти международные связи, как наша страна развивает, со всеми сотрудничает, как отдельное ведомство. И, конечно, здорово, что и дети имеют такую возможность. Окрім спаборництва, удільників чекає яскрава культурна програма, познавальні екскурсії, конкурси і виступлення, під час яких яни довідуються об традиціях і культурних особливостях країн-удільниць. У перший день зльоту кожна команда презентувала себе на сцені національним танцем, а наузамін отримала від приймаючого боку – Білорусі – символ оберег домовика. Ганна Кральчук, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель». Буда Кашальова у гэтую суботу прыме абласный конкурс «Пад белымі крыламі». Штогод удзельнікамі фестывалю становяцца прадстаўнікі творчай моладзі Гомельскай вобласці, таксама Мінска, Віцебска і Магілёва. Лепшых будуць вызначаць у 5 номінацыях. Урачыстае адкрыццё на цэнтральнай плошчы горада адбудзецца апоўдні 14 ліпеня. Сьогодні ВНУ по всій країні розпочали прийом документів. У абітурієнтів залишається менше як тиждень, щоб визначитися з вибором факультету і будучої спеціальності. Документи на бюджетне і платне навчання завершить приймати 17 липня. Головне нововведення сьогоднішньої кампанії – це можливість подати сертифікати централізованого тестування за минулий рік. Побач з храмом Петра і Павла у Гомелі сьогодні по-святочному шматлюдно. Сотні людей прийшли поклоніться іконі святих апостолів, імени яких носить гэтае Божае місце. Сьогодні Петров день. Православная церква усхваляє двух людей, які приклали велізарні намагання для розповсюджування віри у Христа. За гэта їх назвали першовярховними апостолами. У Петра і Павла був розний шлях до небесної слави. Петр з самого початку був з Богом, пазній адмовився від Збавителя, але потім покаявся. Апостол Павел спочатку був лютим противником Христа, але потім повірив у Його і став твердим прихильником. Святкування пам'яті обох апостолів приходиться на одну дату. Вони обидва були покарані у Римі у один день при імператорі Нероні. Одразу після їх покарання почалося шанування святості апостолів, а місце поховання стало християнською святиною. Крім шанування апостолів у храмах, люди вірять і у прикмети, зв'язані з Петровим днем. Так, на свято не прийнято працювати у полі. Лічиться, що в цей день усе, що росте з землі, набирає особливу силу, докранатися до якої нельга. Так само по надвор'ї на день Петра і Павла люди визначали, які урожаї варто чекати. Коли йшов дощ, лічилося, що він буде багатим. Коли зязюлю буде чувати про за один-два тижні після Петрова дня, зима буде пізній. Коли ж яна мовчить, варто чекати ранніх холодів. У цей день працювати не забороняється, але рекомендується замінити тяжку фізичну працю клопотом про духовне. А на протягу усього дня нельга спрачаться і думати об дрэнным. Про то, якую ролю у духовным житті гамельчан займає гэты святый день, мы даведаліся у прыхаджан. Очень люблю Петра и Павла. Почему, расскажите? Ну, потому что они веру утвердили. Все концы ко Христу привели. Этот праздник очень для нас важен. Во-первых, это первоверховные апостолы Петр и Павел. И это собор наш центральный, нашего, как бы праздник нашего города. Поэтому всем нашим горожанам желаю покрова Божией Матери, Царства Небесного и милости Божией. Это праздник апостолов первоверховных Петра и Павла, любимых учеников Иисуса Христа. Это окончание поста. И это праздник для всех нас, потому что ученики Петра, Петр и Павел, они были
примером в жизни, такими, какими должны быть мы, христиане. И поэтому мы стремимся попасть на этот праздник и со всеми вместе отпраздновать. С праздником вас всех! Протягиваем выпуск. С 16 по 18 липня у Гомеля пройдет комплексная проверка працездольности автоматизованной системы централизованного оповещения громадянской обороны. Тестирование электросирен запланировано на 19 липня с 9 ранницы и до 5 годин вечера. Комплексная проверка системы проводится для оценки ее реального стану. Просьба до насельництва заховывать спокой и уважливо прослуховывать поведомления диспетчера. Оранжевый уровень небезпеки за навальницы ливню объявлены в Беларуси на 13 липня. На большей части территории страны пройдут мощные опадки, удённые годину в особных районах, махчимый град. Ветер прогнозуется переменных напрямков, при навальницах порывистый. Махчимо шквалистое взмоснение до 15-20 метров. Температура по ветру в нашем регионе в нашей складе до 16, у день до 26 градусов тепла. По прогнозах, навальницы чакаются на выходных и наступным тыдні. Гэты и іншыя навіны вы можете знайсці на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomel.by. Далее эфиры «Де-факто» и «Спортивный огляд». А я с вами развітваюся, всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» Гомель продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Следователи Гомельской области устанавливают обстоятельства убийства 35-летней жительницы деревни Ломовичи Октябрьского района. Женщина с июня считалась пропавшей без вести. В милицию заявление о ее исчезновении написала мать. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на трех сельчан, которым впоследствии предъявлено обвинение в совершении преступления. На сегодня собрано достаточное количество улик, указывающих на причастность к убийству женщины, трех жителей деревни Красная Слобода. Им 19, 20 и 29 лет. По версии следствия, в конце мая потерпевшая решила уехать в гости к своему знакомому в соседнюю деревню. Вечером женщине стало скучно, и она решила провести его в другом доме в компании трех незнакомых мужчин. В ночное время после распития спиртных напитков мужчины нанесли ей удары в область головы палкой и кирпичом, от которых она впоследствии скончалась. В целях сокрытия следов преступления фигурант уголовного дела вывезли тело женщины в лес на территорию Петриковского района, где и закопали. В дальнейшем, когда мужчины попали в поле зрения правоохранителей, двое из них успели перезахоронить тело в лесу. Там оно и было обнаружено в ходе расследования. Всем троим односельчанам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. Сейчас мужчины находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Вчера днем в Гомеле по улице Минской в одном из жилых домов произошла вспышка газа. В квартире на 5-м этаже от хлопка выбило стекла в окне и вывернуло раму. На место ЧП выезжали спасатели. Они установили, что произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. В квартире также обнаружили пострадавшего. Мужчину госпитализировали. Браконьер со стажем. На Днепре задержали неработающего жителя Лоева во время незаконной рыбалки. В арсенале мужчины было 5 сетей общей длиной около 400 метров. С их помощью он успел вытащить на берег чуть более 10,5 килограммов рыбы. Поскольку вред, причиненный его действиями окружающей среде, составил свыше 150 базовых величин, на место была вызвана группа следственно-оперативная Лоевского районного отдела внутренних дел. Всего в общей сложности причиненный вред и стоимость незаконно добытой продукции составляют около 4000 белорусских рублей. По данному факту Лоевским РОСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Браконьер оказался опытным. За 2018 год это уже его третье попадание в сети природоохранной инспекции. Один раз его задержали за нахождение вблизи реки с сетями, второй – за добычу рыбы все теми же орудиями ловли. Сотрудники Гомельской таможни пресекли незаконное перемещение валюты через границу Евразийского экономического союза. Во время проверки поезда «Киев-Санкт-Петербург» в республиканском пункте таможенного пропуска «Терюха» одна из пассажирок вызвала у таможенников подозрения. В ходе проверки ее личного багажа в дамской сумочке обнаружено свыше 15,5 тысяч долларов США. Так как по законодательству на таможенную территорию ЕС незадекларированными можно вводить до 10 тысяч единиц американской валюты, остальная сумма была
изъята. По правонарушению в отношении гражданки начат административный процесс. Такова информация к этому часу. Оставайтесь на Беларусь-4. На Беларусь-4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Футболисты Борисовского Баате первыми вышли в 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси сезона 2018-2019. Борисовчане обыграли на выезде минский клуб «Энергетик БГУ» из 2-го дивизиона национального чемпионата со счетом 2-1. Остальные матчи 1/16 пройдут 28 июля. На этой стадии сыграют 4 команды из Гомельской области. Юаш Житковичи проведет свой поединок против Ислачи. Славия сразится с Лучом, а Локомотив с Днепром. Единственный представитель нашего региона высшей лиги, футбольный клуб «Гомель», поспорит за выход в 1/8 со смолевическим СМИ «Автотрансом». И еще о футболе. Завтра состоится финальный матч Кубка города Гомеля 2018. Игра пройдет не на стадионе «Гомсельмаш», как было заявлено ранее, а на центральном. Начало 18:30, вход для болельщиков свободный. За трофей поспорят «Химик» и «Гомсельмаш». Хоккеисты Гомеля продолжают подготовку к новому сезону. Поочередно проходят занятия в тренажерном зале, на поле для хоккея на траве, на стадионе «Луч», в заречной зоне и других спортивных объектах города. Подготовку проходят 29 хоккеистов. Состав претерпел межсезонные изменения. Из новичков можно отметить перешедших из гродненского «Немана» Егора Степанова и Александра Житких. Основной упор, как и в предыдущие годы, на собственных воспитанников. Вчерашние игроки фарм-клуба получили возможность пробиться в основной состав. В общей группе тренируется большое количество молодых хоккеистов-выпускников собственной хоккейной школы. Первый этап учебно-тренировочного сбора закончится 22 июля. На следующий день команда впервые в новом сезоне выйдет на лед. Ближайшие спарринги запланированы на последние дни июля. Подробнее о них будет известно после утверждения. А теперь о межсезонных новостях, которые приходят из гандбольного клуба «Гомель». С командой попрощались сразу 3 игрока. Правая крайняя Теодора Здравкович вернулась на родину в Сербию, где и продолжит карьеру. Новым клубом стал «Ниш». Также «Гомель» покинули сестры Мария и Елена Акбаева. С нового сезона они будут выступать в Венгрии и Польше соответственно. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь-4.